очень полезный лайфхак, который многим наверняка пригодится. Вот. Чтобы вещи с собой перевозить где-то там в рюкзаке или еще что-то как-то. Любая вещь, у которой есть капюшон, также костюмы. Если костюм, вовнутрь укладываете брюки, а если просто куртка, вот так вот ее сворачиваете. Вот так вот аккуратненько скручиваете. И это все дело вот так вот заворачивается в капюшон. Получается вот такая вот компактная вещь. Наверняка многим вот этот вот лайфхак пригодится. Так что берите на заметку.